Демид помогает маме апельсины выбирать, да, Дем? Да, купите, мам. Купите, мам. Это что? Петита. А это что? Лимончик. Правильно, лимон. Умница ты моя. Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, когда мои друзья со мной. Все пофиг. Мы гуляем при любой погоде. И побежал. Лупит дождь, а ему пофиг, он весь мокрый. Этот зонтик не помогает. Сейчас застрянешь. Мангал не пускает. Мы тут, да. Машину надо укрыть, а то же не холодно. Да, Дем? Смотрите, он весь мокрый. Мокрый весь. Мамин помощник помогает, да, Дем? Мой хороший. Друзья, всем привет. Сегодня очень интересный день. Я не знаю, насколько вам интересны такие видео, но я решила все равно снять и вам показать. Сейчас я еду на Нивке, кто из Киева знает, там проходит ЛОБ. Это лаборатория онлайн-бизнеса. Так как я сейчас начала работать, то, соответственно, то я и учусь. И мой рост, он не только, можно сказать, духовный, он и профессиональный. И вообще, я решила, что пора расти. Нет ограничений, нету рамок, то есть мы сами себе ставим рамки. Поэтому решила рамки себе не ставить и попробовать, на что я способна. Вот, после, то есть я целый день там не буду, меня интересует одна только лекция, потому что сегодня еще Video People. И мне очень хочется туда попасть, меня пригласили, поэтому после одного мероприятия я еду на Video People. Там тоже очень много лекций, много блогеров, миллионников, то есть можно послушать их, взять у них какой-то полезный совет. Помимо всего этого, я, конечно, там поснимаю, вам покажу. Вчера я была на презентации, мне очень понравилось, на презентации телефона Nokia. В Украину скоро уже привезут, пока еще нет, но нам подарили сертификаты, блогерам, кто там был, нам подарят телефон 3310, этот самый неубиваемый, это, знаете, как телефон, который вошел в историю. Я мужу рассказывала, говорю, вот, дали сертификат, он говорит, Аня, может быть, мне этот телефон, я говорю, зачем, это же как бы, ну, все-таки тебе там для работы нужен iPhone, потому что там почта, там все, он говорит. На самом деле, мне, говорит, достаточно просто звонков, а вот то, что он неубиваемый, говорит, это просто супер. Ну, то есть, у меня муж в этом плане очень простой, он говорит, я бы с удовольствием ходила с таким телефоном. Также, помимо телефона 3310, еще была презентация Nokia 6. Я все это юзала, все смотрела, на камеру себя снимала, потому что для меня, ну, как для видеоблогера, мне важно пиксели, мне важно качество съемки. Ну, как вам сказать, в принципе, очень неплохо, но, может быть, я просто привыкла к Apple. Во-первых, Android, для меня Android это просто, я ничего там не понимаю, мне неудобно, жутко неудобно. Ну, а так, как телефон, в принципе, неплохой. Я сейчас вам все покажу, я вчера снимала, и покажу, как я юзала, как они выглядят, поэтому оставайтесь со мной, смотрите. Good afternoon, everyone, and like Florian said, it's a very, very special day for us today. And we are so grateful that you are sharing this special moment for us. It's unforgettable, listen to your opinion, because like what Florian was saying earlier, Nokia brand, and as I've been now working for ATP for the past year, I can tell you that even if the brand is so familiar to me, this whole journey that we have ahead of us, hopefully also together. So Nokia can be reliable, available, makes this brand really interesting is the fact that it's a true brand. It's an authentic story. Bring you along. You may remember Nokia from old times as a brand for rubber boots or for car tires
or for toilet paper, or for radios or televisions. And the past 30 years, we want to start the conversation. We want to trigger the conversation. We want to let the people realize how great stories of unity there are out there, how great, actually, life is from all aspects. And we want to, the consumers to start to share their stories. And our role is more like to trigger this conversation, facilitate the conversation. Overall, our marketing approach, as you saw, is a bit different than what you see out there. You don't see celebrities there, you don't see megapixels. Especially paid on Android. Like Florian was saying, there are lots of players in the Android world. Many of them have decided to build their own skin, own version of Android, own software version on top of Android. Now, we endorse Android exactly as it is there. In the Google services, it provides a fantastic package and experience to consumers of that. And we really want to provide for consumers the power, the full power, empower them to decide exactly what they want to build on that pure platform that we're providing. So this purity, security, being up to date is exactly, I think, spot on the, what your brand stands for the consumers. Being trusted brand and quality and simple, providing simplicity. And if you also think about today's world, great things are happening. Internet of Things was really coming to all the rooms where we are living, you know, be it the kitchen or living room or whatever devices we are using in our everyday life. The Nokia family is a very good trusted partner for the majority of the people to walk through the disruptive technology, innovation and changes is happening out there. So we really go forward. But of course we need to take it forward. And we need to realize Nokia brand is one of the people brands out there and we are so happy about it. Talking about people. Я сейчас нахожусь в очень-очень красивом месте, вы сами видите, на презентации Nokia 3310. Презентация в Украине. Меня пригласили, чтобы я вам показала эту новинку. Характеристики Nokia 3310. Он такой миленький, и у него даже есть камера, представляете? Как говорят, неубиваемый телефон, да? И еще одна новинка, это Nokia 6. Он, конечно, очень красивый. Вот, я его тоже уже трогала, гладила, тестила. Вот. Но просто единственное, что это Android, а я привыкла к Apple. Поэтому мне было не совсем удобно. Это круто, потому что ему не верят его одногруппники, точнее, одноклассники не верили, он в универ не пошел дальше. В принципе, я это решение поддерживаю. Извините, если вы преподаватель в университете, но так получилось. Вот. Ему не верили его одноклассники, раз не мужчины. Родители его одноклассника запрещали им с ней общаться, думая, что он занимается какой-то мафией, чем-то еще. Человек видео занимается. Какая мафия? Это успокоительное. Молодой сейчас нам покажет, что это успокоительное. Конечно. Та-дам! Тут есть инструкция и само успокоительное. Класс! И как бы рисунок, ну, визуально выровняется вниз. Ой, давайте. Да? Знаете, где я сижу? Я сижу художником. Меня рисуют. И после того, как нарисуют, я вам покажу, что получилось. У меня будет голливудская улыбка в 33 зуба. Меня предупредили заранее. Вот. У меня никогда не было картинок шарж, и я всегда хотела. Но боялась, думаю, интересно, какая я буду, как меня видят. Вот сейчас посмотрим. Так что ждите. Готовы? Ну, смотрите! Это я. Ну, главное, с ресничками, понимаете? Так, сейчас завернем обратно. О, класс, 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 класс. Спасибо большое. На здоровье. Дема надувает животик Ники. Палец, где палец отдувает? А теперь сдувает. Давай еще раз.
Давай с монетками, да? Надувает. Ты, мама, у меня храбрый мальчик. Да, Тём? Тём? Не плачь. Не плачь. Все хорошо. Тише, я фотографирую. Это рыбки, Дём. Это рыбки. Тихо. Это рыбки, малыш. Привет. Привет. Ведем свой репортаж с больницы. Вчера Дёмку забрала скорая. Да, наконец-то, скажи, я могу есть. Это он за сутки, чуть больше, ест первый раз. Да, малыш? Не трогать, а мам. Да, не трогаю. Это все твои сухарики. Ему дали сухарики, и он говорит, не трогай мои сухарики. Вчера вечером... Я уже ночью не спала. Вчера утром. Да, не спала. Вчера утром он проснулся, выпил воды. Вот там темно. Да, там не темно, там светло. Вот, видишь? Светло, уже утро. Утро. Там бабочки есть. Бабочки там летают, да. На стенках тут бабочки есть. Вчера он выпил воды с утра, я всегда даю ему воду с утра, и он начал рвать эту воду, вырвал, и губы посинели, я напугалась и вызвала скорую. Приехала скорая, и сказали, что надо везти в больницу, потому что они не знают, что. Я, быстренько собралась, мы поехали в больницу, отвезли нас сначала в инфекционку, там посмотрели, сказали, что это нет никакой инфекции, повезли к хирургам в другую больницу. То есть мы вчера катались на скорых. Повезли в другую больницу. Там тетя в машине. Да, тетя была в машине. И его потрогали животик, сказали, что все нормально. У меня уколик болит. Уколик сделали Демику, да, маленькому. Вот, и получается... Что? Мопа. Давай поцелуй. Давай. Вот так. Вот, что с животиком тоже все в порядке, нет у него... Я думала, что вдруг аппендицит. Нет, все нормально. И отвезли в 9-ю педиатрию. Начали выяснять, что. Я вчера расплакалась, потому что не могли поставить диагноз, не могли понять, что. В общем, не знаю. И плюс еще ему начали делать капельницы, не могут попасть в вену. Оно все в крови, меня выгнали из этого, потому что я разревелась. В инстастори я там чуть-чуть поснимала. Кстати, очень вообще вам благодарна. Спасибо большое за пожелания. Столько писем было, что я... физически на все просто не могла ответить. Но потом уже ночью начала отвечать, когда малыш уснул, когда появилось время. Вот. Сказали, что у него отстон 4+, и начали выяснять, что он ел. У меня такое питание, очень-очень такое, можно сказать. Я ничего такого не даю, ни жареного, ни... Все в основном вареное, все очень... В общем, у него всегда диета. Но... Я давала ему огурцы и помидоры, и врачи говорят, что это из-за этого, и вообще, можно сказать, как можно давать, то есть меня еще и наругали, как можно давать ребенку огурцы, не знаю, всегда давала, и даже когда он меньше был, давала. Может быть, просто надо шкурку снимать, я просто помыла, я обдаю кипятком, но... Шкурку не сняла, может быть, действительно были с пестицидами, и это было отравление токсинами. Поэтому у него было 3 капельницы, у него ручка бедненькая. Лава! Да, лава! Вот. В общем, мне просто жалко ребенка, на самом деле это, можно сказать, ацетон. Я так перенервничала, как будто это что-то прям ого-го. Потому что, во-первых, не знали, что сначала, потом уже выяснили, да. И сегодня тоже брали у него с вены кровь.
с парчика кровь, то есть анализы. Кот. Да, да, мой хороший. Кот. Да. Кот. Да. Кот. Вот, сдали все анализы, вот сейчас ждем результата. Должны были делать УЗИ, но нас перенесли на завтра, потому что есть другие детки сложнее, чем мы, ну так сказали. И поэтому нас перенесли на завтра. Скажу так, я хочу уехать домой. Не потому, что я хочу домой, наверное, больше, а потому что тут есть детки, которые болеют бронхитом, пневмонией, и все мы как бы в одном отделении. Мы хоть и в отдельной палате, но в любом случае мы сталкиваемся все в коридоре. И, знаете, тоже заболев просто, можно сказать, отравлением и получить что-то другое, я не хочу. Поэтому я хочу собраться, написать заявление, уехать домой. И дома просто лечить ребенка жидкостью, регидроном, да, энтеросгелем, вот, выпаивать компотами. Мне, кстати, рассказали, тут есть один хороший такой рецепт. Два яблока зеленых, две моркови, или три яблока зеленых, две моркови и две горсти изюма. Все это варить 20 минут и этим компотом отпаивать. Вот такой вот рецепт. Поделитесь своими рецептами, у кого ацетон, кто этим страдает, потому что, как я понимаю, что наша поджелудочная, она у нас с загибом, причем у всей семьи. И как бы из-за этого врачи сказали, тоже можно. Встретились! Только что так бежал, я не успела заснять. Нас выпустили погулять, потому что у нас только ацетон. Вот. А все детки другие болеют посерьезнее. Поэтому нам сказали, наоборот, надо ходить гулять. Поэтому мы сейчас идем по магазинам куда-то, что-нибудь купим, водичку и все такое. Вот. И сегодня нас отпустят домой переночевать. Потому что у меня муж в командировке, и Ника одна дома с Петей. Петя тоже надо работать, поэтому нам сказали, что нет смысла нас держать, но есть смысл завтра сделать УЗИ и привезти карточку. В общем, будут разбираться с нами, почему у нас запоры. Потому что 9-я вот эта вот больница, выглядит, конечно, она не очень, она гастроэнтерологическая, то есть как раз вот вообще по теме. Поэтому я даже рада, что мы сюда попали, как бы это ни звучало грубо, но оно так и есть. Поэтому нам потом дадут направление на к хирургу специальному, который находится на Богатырской. И возможно, что надо будет... Тихнула и пошла. Петя снится, говорит, барышня припарковалась посреди дороги. Пикнула и пошла. Ну да. Хотя бы аварийку включила. В общем, вот так. Если будут вопросы, то пишите обязательно. И буду благодарна, если вы будете писать, рассказывать свои истории. Один раз вы уже писали. И благодаря вам я как бы тоже начала разбираться в этом, ну, более, так знаете, глубоко, нежели бы это было без вас. Поэтому мы мамы, мы сила, мы друг другу помогаем. Конфетки тебе нельзя. Вот печенье у тебя есть, Маринка. Печенье. Да, вот, вот подарок. Да, и подарок тебе за то, что ты очень храбрый мальчик. Все, иди в очередь становись. Давай. В очередь становись. Давай, так, трактор. Давай, давай. Давай. Все. Все, молодец. Ура, мы едем домой. Наконец-то. Так, я хотела вам рассказать, почему все же я рада, что мы попали в больницу, именно в эту. У нас заведующая оказалась очень хорошей, и просто так нас не отпустила, когда я сказала, что у нас запоры. Ну, то есть, как бы, что мы боремся, и не все у нас хорошо со стулом. Так как это больница гастроэнтерологическая, то, естественно, это их профиль, и мы начали сдавать все возможные анализы. Те анализы, которых нет в больнице, она направила нас на, ну, можно сказать, по лабораториям. И сейчас, то есть мы вот сегодня сдали, и результат будет, естественно, не сегодня, а завтра я приеду опять в больницу за выпиской, и она уже расскажет, как бы, куда двигаться дальше. Что она рассказала? Говорит, что если, в принципе, по их, ну, то есть по анализам все будет хорошо, то, возможно... О! Цепочка что-то упала. Странно.
Если по анализам все будет хорошо и с их стороны все будет нормально, то направят нас, я уже говорила, к хирургам на Богатырскую. Почему отправят? Потому что она говорит, что бывает такое, что у деток с кишечником бывают проблемы в плане... Они маленькие, а кишечник большой, и рождаются иногда с кишечником чуть длиннее, чем как бы положено. Что-то вроде такого. Говорит, это бывает довольно часто, хотя многие даже не знают об этом, то есть дети перерастают. Но если, говорит, бывают такие проблемы, как вот, например, у нас с запорами, то это вылечить довольно просто, если этим заниматься, и тогда не надо будет делать операции, то есть убирать этот вот лишний кусочек этого кишечника. На самом деле звучит очень все страшно, но она говорит, не пугайтесь, главное, чтобы ребенок пошел в рост. То есть это плавание, какие-то кружки, вот с 3 лет можно отдавать детей в кружки, и тогда... ребенок идет в рост, и кишечник выпрямляется, и тогда становится все нормально, и стул налаживается. И еще много чего говорила, но я сейчас не буду об этом, можно сказать, просто рассказывать, потому что я еще толком не знаю, насколько у нас все хорошо или плохо. То есть мы ждем результатов анализа. Почему? Вот я и говорю, что я рада, что я попала в эту больницу, именно к этому врачу, потому что мы прошли около 6 или 7 гастроэнтерологов, и ни один врач нам такого не рассказывал, как рассказывала она. Вот, поэтому я жду результатов, но влог я на этом все равно заканчиваю, потому что он очень-очень длинный, опять же, получился, и я не знаю, у меня какие-то влоги болтологические. Спасибо вам большое еще раз, и, девочки, рассказывайте, у кого похожие ситуации, потому что, ну, для меня вот с этими запорами это просто, ну, я не знаю, какая-то действительно эпопея. Все, всем счастливо, всем пока, а мы домой.